Приветствую вас. Я думаю, что вот отвечая на ваш вопрос, в первую очередь замечаешь, что есть некая болезненность того, что вы пишете. То есть, почему-то, именно почему-то, подруга навязчиво просит вас совет. Почему-то вы долго себя сдерживаете. Ну, не говоря ей прямо, как обстоят дела, неважно, правильно сказали или нет, я тут думаю, что вы сказали, кто-то сказали, вы так думали, это исключительно ваш взгляд. Почему-то вы позволяли себе давать прямые советы, потому что человек попросил. Да? То есть, как бы, по сути, вы взяли на себя ответственность за человека в тот момент, когда начали давать совет, по большому счету. Вот. Вы извините, тоже, кстати, если, ну вот, это будет как-то вот неприятно, то, что я скажу, то, что я говорю. Вот. Ну просто, как бы, на мой взгляд, все более чем очевидно здесь, что у вас изначально вот как-то такой, ну, перекос был в отношениях. И само собой, разумеющееся, само собой, что просто так, это, ну, закончиться не могло. Да? Вот. То есть, вы говорите своей подруге о том, что она должна брать ответственность на себя, что она инфантильно себя ведет. Ну, при этом, на мой взгляд, вы ведете себя тоже инфантильно. Вот, ну, давай ей совет, грубо говоря. Вот. Хотя я и понимаю, что, наверное, у вас есть ну, какие-то оправдания для этого, правда. Оправдания здесь, честно говоря, не особо, ну, не особо интересует меня, да, я, вот, потому что мы все-таки здесь немножечко, ну, мы здесь, ну, образно говоря, немножко для другого, да, вот. Я надеюсь, по крайней мере, потому что мы здесь для другого. Вот, смотрите. Болезненность ваша началась тогда, когда вы стали зажимать в себе ваши переживания. Болезненность ваша началась тогда, именно вот болезненность, именно вот, так сказать, ну, патологическая такая вот. Отклонение началось в отношениях тогда, когда вы стали себя именно что подавлять. Именно что ограничивать вы себя стали. Понимаете, какая штука?
И как бы вот. Как бы вот. С этого все началось. Все остальное, вот все остальное, то, что вы описываете, все остальное, это просто следствие. Это следствие уже, знаете. И отсюда, ну, собственно говоря, ваше чувство вины. Отсюда, собственно говоря, сестра, которая, ну вот, которая каким-то образом тут вот указывает вам, что делать. Понимаете, какая штука? То есть, как бы это все, я бы сказал, ну, не случайно, вот, что, ну, что важно понять, что это все не случайно, то, что вы описываете, вот, всем, ну, как бы, всем момент. Поэтому то, что вы себя подавляли раньше, то, что вы не давали себе, условно говоря, ну, повести себя так, как вы считали нужным в этой ситуации. Это я боюсь, что ваши какие-то страхи, это ваши какие-то переживания, и именно они являются основой для того, что, ну, происходит сейчас, понимаете? Поэтому ваша нуждаемость, а вы совершенно очевидно нуждаетесь в друге, да, то есть вот опять же момент, то, что вы чувствуете себя брошенным, чувствуете, что вас, ну, грубо говоря, бросили, вот, потому что, то есть вам вот чего-то не хватает. И, на мой взгляд, очень важно ну, разобраться с тем, что именно вам не хватает. В чем именно вы нуждаетесь? Чего именно вы хотите? Вот. И вот как раз уже тогда и можно будет говорить о том, как вам быть. А пока что это, ну, очень такой, ну, неопределенный вопрос, к сожалению, который вы задаете. Просто неопределенный вопрос. Вот и все. Если у вас есть чувство вины, с ним нужно поработать. Если вы считаете, что вы высказали слишком грубо, хорошо. Нужно сделать так, чтобы в будущем вы так не высказывали. То есть, чтобы вы высказывались более приближенно тому, что вы считаете для себя верным. Это важно. Для вас. Это важно и для других людей, с которыми вы общаетесь.
Есть у меня ощущение, что подругу вы видели только под определенным углом и не видели других ее сторон. Я подозревал, что вы не хотели видеть. Вот, я подозревал, что вам она для чего-то была нужна и, в принципе, нужна до сих пор. Вот, ну, соответственно. Такой я могу дать вам ответ. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена.